уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, подпольщики, труженики тыла, дорогие земляки, горячо и сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы советского народа над фашизмом. 9 мая – День всенародной гордости и скорби. Сегодня мы прежде всего вспоминаем тех, кто прошел дорогами военного лихолетия. Низкий поклон и признательность ветеранам, вынесших на своих плечах тяжесть суровых испытаний и совершивших героический ратный подвиг во имя будущих поколений. Вечная память павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Дорогие земляки, примите искренние пожелания здоровья, долголетия, счастья и благополучия, мира и процветания нашему Отечеству. С праздником! Дорогие десногорцы, 72 года отделяют нас от 9 мая 1945 года. Того, без преувеличения великого дня, когда был положен конец самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. Однако история подвига целого поколения, поколения героев, подаривших нам светлое будущее, не затеряется среди пыльных томов. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно. От имени всех жителей нашего города желаю фронтовикам, вдовам погибших, узникам, труженикам тыла здоровья, бодрости духа и оптимизма. Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить из пепла и руин великую страну. Уважаемые жители Десногорска и гости нашего прекрасного города, по поручению самых уважаемых жителей нашего города, ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляю вас с праздником Великой Победы. Желаем всем здоровья, счастья и благополучия. Время, к сожалению, неумолимо. Уходят из жизни фронтовики. Поэтому очень важно, чтобы мы, наши дети и внуки помнили солдат, защищавших наше Отечество. Пока жива память людей, герои Великой Отечественной бессмертны.